На Днепровской 90 за последний месяц произошло как минимум 3 дорожно-транспортных происшествия, где пострадали люди. И, как всегда, один и тот же сценарий. Водитель уходил от столкновения, вылетел на полосу встречного движения и врезался во второго участника. Ну а причина такого выхода на полосу встречного движения – люк, который не могут заделать дорожные службы уже не первый месяц. Схема столкновения идентичная, как и в прошлых 5 авариях, произошедших до этого. Один водитель объезжал яму, вышел на полосу встречного движения, второй водитель не успел среагировать на внезапное появление автомобиля. В результате Toyota Corolla Fielder и Toyota Allion столкнулись и разлетелись по разные стороны дороги. Обе машины перекрыли практически весь проезд, оставили небольшой просвет между кузовами разбитых авто. Водители по очереди протискивались. На место столкновения вызвали сотрудников полиции, а также сотрудников скорой помощи. Один из водителей в момент столкновения ударился головой и чувствовал себя неважно. Поедет ли он вместе с врачами в больницу, пока непонятно. Но авария, скорее всего, получит статус учетной. В районе Днепровской дорогу сделали не до конца, участок перед поворотом сужается, плюс непонятная оказия на дороге в виде неправильно установленной ливневки. Сколько еще машин должно попасть в передрягу и сколько людей должно пострадать, чтобы дорожные службы уже доделали то, что они начали делать пару лет назад, пока непонятно.